Еще раз. Ты, Там чё у же тебя, а все. чё у тебя термический ожог получился на ляжке? Это не термический, это химический ожог. А, то химический ожог на ноге, да? Да. Ну-ну. Вот. Я вез эти химикаты, понял? Вечером заехал там к подруге одной домой. Ага. А под утро химикаты эти начали, понял, кипеть в цистерне и начал испаряться через люки этот, понял, пропускаться этот. Мы, короче, с Саньком быстро летим. Стоп, там с вертолет на кем? дорогу садится. Ну, Санек, напарник мой. И там, короче, мы хуярим, вертолет останавливается на дорогу. Прибегает, короче, майор, говорит, я майор ВВС, говорит, я сейчас вас в машину сажусь, мы его на полигон забираем, типа. И он садится, я выхожу, он садится, говорит, как первую включать? Я говорю, ты, говорю, иди свои, говорю, иди отсюда. Он говорит, Солобон, он говорит, я не Солобон, я, говорит, я офицер, танкист. А я ему говорю, ну и води свои танки. И мы, короче, с Саньком прыгаем, летим дальше, хуярим. Менты нас сопровождают, понял? Охуеть. Он что-то орет, короче, не слышно ничего. Я ему говорю, телефон передай. Он, короче, переезжает на другую сторону, на обочину, передает телефон через Санька, понял? С нами связывается там руководство этой, ну, короче, организации, что нас загрузили. А-а-а. Они говорят, блядь, пиздец, короче, надо срочно это... тушить, потому что греется очень сильно. Что-то не то залили. Они, короче, пожарные приезжают. Начинают на ходу, едут с нами поровня. А мы же это все время тулячим, чтобы воздухом обвивало, понял? Ага. Вот. Пожарные с нами поравнялись. На ходу начинают обливать цистерну, короче, водой. Ага. Вот. И, короче, я, получается... Мы хуярим, я понимаю, что дело труба. Все, едем, и, короче, там такой с дороги съезд на грунтовку, и вижу пруд вдалеке. Ага. Я туда летаю, короче, на эту грунтовку. Менты такие в шоке, куда я полетел. Санек говорит, куда ты, Иваныч? А я говорю, Санек, блядь, не, прорвемся. Он говорит, да, все, понял. И я, короче, бегом разворачиваюсь и задом в этот пруд эту цистерну, понял, окунаю, ага. И все, она потухла. А потом, блядь, в конце самом чайник разлил на ногу. Понял? Вот это термический ожог у тебя получается, так, а химический получился, да? Из-за того, что ты, это, ну, резко по тормозам дал, короче, и, блядь, вода с чайника плюхнула на ногу тебе. Да. Бля. Ты понял отсылка, к какому сериалу была, чи нет? Бля, не понял, а что это в смысле? А, у тебя ситуация была прям как в сериале каком-то, да? Блядь, не гони, ты что, ты серьезно, не в курсе? Охереть, так в смысле, так-то ты выдумал, оказывается, у тебя такого не было? Нет, блядь, Вет, я не выдумал. Ну ты ж понял, что это в сериале, чи нет? Я понял, блядь. Я понял. Блядь, ну не... Пиздец, я думал, может, ты еще и не понял. Думаю, блядь, я тут рассказываю тебе, блядь, всю серию. В общем, ладно, стой. В общем, я думаю, это самое. Сейчас, подожди секунду. Ничего не говори. Сейчас. В общем, ребят, напишите, пожалуйста, что это за сериал был. Какой этот самый. Мне интересно, многие... знают этот сериал или не? Отсылка с какого сериала это была?